Всем привет! Я в магазине Син, город Орск, площадь Воснецова. Давайте посмотрим новинки. Я зашла посмотреть, есть ли осенняя коллекция, и да, она есть. Давайте смотреть. Диффузор с палочками. Здесь даже, по-моему, можно понюхать аромат. Какой-то сладенький, такой приятный. И в то же время не сладенький. Не знаю даже, как его назвать, этот аромат. Стоит 599 рублей. Свеча. Смотрите, с осенними листочками, с тыковками. 600 рублей тоже свеча. Что-что, но свечей здесь очень много. Тоже 600 рублей. Ух ты, зелененький. 800. Хочу понюхать зеленый. Ой, какой приятный аромат. Мне кажется, как освежитель воздуха можно поставить. Шикарно. Есть и розовые, и оранжевые. Так же, как и вот эти. 300 рублей. Также зеленые, розовые и коричневые. Имеются кружки. 249 рублей. Тоже осенняя тематика. Еще свечи. Здесь вообще грибы. Сахарница или что это? А, это тоже кружка, наверное. 500 рублей. А вот еще какой-то аромат. Так, его тоже понюхаю сейчас. Ну, очень приятный. И тот приятный аромат. Даже этот мне как будто больше понравился. Чайнички какие шикарные. Ух ты, как хорошо фиксируется. Раз, и не вылетит эта крышка. Надо искать место, где... Вот, пожалуйста. Какой хорошенький чайничек. Тысячу рублей стоит. Кружка 340. 9 430 миллилитров. Салатник. Сколько стоит? 249. Тарелка десертная. 249. Различные баночки. Банки для сыпучих продуктов. 500 рублей. И белые есть. 299 рублей кашпо. Тоже черное и белое. Это набор 800 рублей. Ножи, вилки, ложки. И маленькие чайные ложечки. Так, а сколько там? Раз, два, три, четыре. Четыре комплекта. Четыре комплекта по четыре штуки. Вместе с лотком. Вот еще какой-то наборчик. Здесь ложка. С дырочками, с прорезями. Есть просто лопатка. И половник 799. О, какие классные. Ух ты, вот мне бы на компьютерный стол. На стул такой. 400 рублей стоит. Подушка. Мягенькая, на поролончике. Мне бы серенькую, это светлое. А это салатник. 500 рублей. Разделочная доска 199. Подушечки круглые 600 рублей. Есть светлые, есть серые. Плед 1,80 м на 2, 2000. Это 1,30 м на 1,60 м, 700. Это фоторамки 20 на 30 и 15 на 21. Можно и такую, и такую. 300 рублей. Серая рамка и черная. Сухоцветы 700 рублей. Это свеча на батарее 200. Мерцающая, скорее всего. Вот эта ваза 500 рублей на ножке. Мне как-то неопрятно сделано.
поменьше есть, 16 на 21 и 10 на 22. 16 на 22 и 10 на 15. Вазочки, это что такое? Фотоальбом. 200 фотографий, 10 на 15. Фотография 10 на 15. 500 рублей. И домики. 300 рублей. Ваза такая черная, как и белая, или серая. 380 миллилитров стакан. Герметичный. Это бутылка. 700 рублей. А сколько миллилитров, не знаю. И еще бутылка. Смотрите, здесь силиконовое покрытие вот одето на стеклянную бутылку. И удобно держать, не скользит. Имеется петля. И стоит 700 рублей. Сколько миллилитров? 1 литр, что ли? Нет. Сколько в миллилитров-то? 750 миллилитров. Такая бутылочка. Темно, ничего не видно. О, это вообще большая бутылка. 900 миллилитров. Тоже с петлей. 700 рублей. Ну, какие стаканы. 400 рублей. Опять свечи, 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 свечи. И здесь свечи. Это вообще новогодние какие-то. 300 рублей. С красной свечой. Это тоже 300. Тоже 300. Уже новогодние игрушки выставили. В светофоре тоже выставили новогодние игрушки. Даже кашпо, вот, пожалуйста, со снежинками. 400 рублей. Есть полосатые. 200 рублей. О, а это что такое? Какая-то вязаная штучка. 23 на 40 и 8 сантиметров. 1500. Бумага, железо. Сделано в Китае. Полка. Это полка. Как воздушный шар, шар с корзины. Удавы. Подушка такая, подушка удав. Вот еще полка, только детская. Вот полочки различные. Такая полочка 600 рублей. Полка с крючками. Ух ты, тяжелая какая. 1000 рублей такая. Полочка. Ой. А вот это вот я. Ага, 1000 тоже. Отстульчики. Лисята. Тяжелые какие. Тоже. Ой, ценник не вижу. Нет ценников, я не знаю сколько. Там вот звездочки, пуфики, столики со стульчиками. На этом все. Кому понравилось видео, подписывайтесь. Всем пока-пока.